Стоять, все хорошо. И еще разок. Давай, Марков, ты пухай! Есть, есть, сэр! Ты работаешь! Я не работаю, сэр! Ну опять приседаний! Еще армия фланыш идет! Сидите в жопу! Не надо жопу, только не в жопу! Красим мы дранем и хорошо получается. Кто так красит морковни? Что так красит художку? Это какая художка? Это что за? Это же странная полена. Этим художку не красят. На! Мой дед красил ноликом, и ты будешь ноликом. Жупанок называется. И кстати, художку. Художку. Зачем только меня мама родила? Только не художка, пожалуйста. Команда, командник! Смотри, сидит щегол, лично тренировал. Похож. Моя муштра не подведет, отвечаю. Ну тогда я надеюсь, он сможет отомстить за своего брата. Ну что, сынок, у нас для тебя будет ответственное задание. Я смотрю, тебя Иван хорошо натренировал. Умеет, да. Давно ли ты слышал о своем брате? Я освежу твою память. Да, мой братишка. А почему он в такой шляпе странной? Это очень интересный вопрос. И с усами, он никогда усы не носил. Это будет частью твоего задания. Какого задания? Он работал агентом под прикрытием. Что? Мы отправили его в Литейку красить на командник, чтобы сразу выходило в три цвета. Он такое... И как ты понимаешь, все закончилось не очень хорошо. Ну уже даже не успел начать красить Титана. Это грустная правда, сын. Кто это мог сделать? Кто так позатопил? Тебе нужно быть очень хорошим в маскировке. Лучше, чем твой брат. Гораздо лучше. Но это еще не все. Это, конечно, ну как он так облажал-то? Ну, господи, ну, почти ведь... Сын, успокойся. Это его аэрограф. Инфинити? Инфинити. Он жрал Инфинити, он дышал Инфинити. А теперь он переходит к тебе. До сих пор пахнет его руками. Мы нашли у него его далеко не в руке. Они были довольно жестоки. Итак, чтобы стать крутыми специалистами по маскировке, нам нужно пройти экзамен. И экзамен этот будет проходить на основе плаща нового библиария из Shadowspear'а. И будем его красить преимущественно с помощью аэрографа, который нам перешел по наследству. Итак, первое, с чего мы начинаем, это накладываем базовый слой, который у нас одновременно будет и первым слоем высветлений. Для этого мы берем краску Administratum Grey и разводим ее тинером. Например, я использую Airbrush Thinner от Vallejo. И разводим эту краску, чтобы она не забивала аэрограф и легко наносилось с его помощью на поверхность плаща. Выбираем углы, чтобы подсветить наш плащ. Таким образом, черный у нас будет оставаться в тенях, а серый как бы будет высветлением. Затем я делаю следующий слой высветлений и добавляю чуть-чуть белого
в администратум Грей. И точно так же с помощью аэрографа, но уже стараясь наносить краску более локально, делаю высветление. Для этого нужно поднести аэрограф ближе к поверхности плаща и подавать давление чуть-чуть мягче. Как вы видите, при этом меч, который у нас был до этого покрашен, защищен маскировочной лентой. И чтобы сделать камуфляж, мы прибегнем к некоторой хитрости, чуть-чуть поэкспериментируем, чтобы добиться интересного эффекта. Для этого нам потребуется тряпочка, но не простая, это высохшая влажная салфетка. И мы можем приложить ее к поверхности плаща, таким образом она в некоторых местах будет прилегать больше, в некоторых меньше, и нанесем черную краску с помощью аэрографа через эту тряпочку. И как вы видите, будет оставаться некий узор, некий паттерн, похожий чем-то на меняющийся супертехнологичный камуфляж. Или может быть как маска у Роршаха с чернильными пятнами. И таким образом у нас получается достаточно интересный эффект. Здесь можно экспериментировать именно с тем, насколько сильно вы растрепите тряпку, и у вас получится больше пятна, или сделать дисперсию меньше, и таким образом получится более мелкий упорядоченный рисунок. Затем я использую Celestial Grey и повторяю эту операцию. Но при этом здесь нужно уже подходить более творчески к процессу, наносить эту краску не на все поверхности, а более локально, чтобы у нас этот слой не перекрывал предыдущий. И таким образом у нас получается уже что-то вырисовывается. Но добавим еще один цвет, уже не через тряпку, а чуть-чуть другим способом. Я отвожу триггер аэрографа, не подавая давления. Таким образом у нас в сопло попадает краска, и затем, подождав буквально секунду-две, я подаю давление, идет воздух через аэрограф, и эта краска, которая там скопилась, такими небольшими каплями попадает на поверхность плаща. И у нас получается опять же такой рандомный эффект каких-то цветовых пятен, появляющихся то тут, то там, в зависимости от обстановки. И для этого я использую краску The Fang. Таким образом, у нас получился определенный паттерн. Может быть, это похоже на какой-то везеринг, на какое-то загрязнение, но также, если доработать плащ, то можно как раз-таки добиться эффекта такого мелкого какого-то изменяющегося камуфляжа. И чтобы доработать плащ, нам нужно нанести на него тени и высветление. Тени я наношу, добавляя черный в администратум грей и подчеркивая все складки. Таким образом мы выделяем рельеф, добиваемся большей четкости. Ну а чтобы завершить картину, я делаю высветление. Для этого я подчеркиваю все грани плаща, все складки, на которые должен попадать свет, и получается более четкий, более насыщенный, более структурированный и визуально читаемый плащ. Таким образом, вы можете видеть, как такими довольно простыми средствами можно добиться интересного эффекта. Конечно, может быть он спорный, но, как мне кажется, он имеет место быть и в конечном итоге смотрится очень даже неплохо. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете о том, прошел ли я экзамен на маскировку. Обязательно лайкайте это видео, делитесь им в социальных сетях, и да пребудет с вами сила кровавой морковки. Смотрите, что будет дальше.